В ночь с 6 на 7 января миллионы православных христиан во всем мире отметили один из главных церковных праздников – Светлое Рождество Христово. Именно с этого события начинается отчет новой эры и новое летоисчисление, по которому сейчас мы и живем. Россияне всегда с особым трепетом относились к Рождеству Христову, праздновали его весело, ярко и красиво. А чем запомнился этот день для славянцев, расскажут мои коллеги. Вот и в этот раз, 6 января, в канун самого светлого праздника, лучшие творческие коллективы городского дома культуры Славянска на Кубани подарили жителям города большой праздничный концерт с Рождеством. Рождество Христово – удивительное время, когда хочется верить в чудо. И это чудо обязательно произойдет, главное искренне поверить в него. Волшебные звуки музыки, профессиональный вокал и пластика исполнителей наполняли сердца зрителей теплом и подарили каждому настоящее рождественское настроение. Прекрасный праздник, интересный, старинный. Вот пришли с внучкой посмотреть, ждем какого-нибудь волшебства, что-то интересное. Я уже второй год здесь смотрю концерт, приезжаю с Ростова-на-Дону. Сейчас я там живу. От праздника я жду всего светлого, доброго, хорошего, чтобы в сердцах людей всколыхнули все доброе, что есть на земле. И в отношениях друг к другу и в семье, чтобы были добрые отношения. В концерте приняли участие воспитанники вокальных и танцевальных групп детской школы искусств и городского дома культуры. Праздничные концерты в день Рождества Христова стали доброй традицией для нашего города, которая будет продолжена и в дальнейшем. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов. Программа «События».